В сентябре 2012 года документальный фильм под названием «Глиняные скульптуры Майсу» получил главный в международном конкурсе видеоработ, посвященных прикладному искусству. Этот любительский фильм продолжительностью 20 минут рассказывает о процессе изготовления глиняных статуэток в монастыре Цзонгсар в местности Майсу провинции Сычуань. Глубокое культурное содержание и тончайшее мастерство скульпторов не оставили равнодушными членов жюри международного конкурса. Неожиданностью стало то, что этот фильм сняла тибетская девушка, у которой нет какого-либо опыта работы видеооператором. Ее зовут Дава Джолма. Она живет в поселке Дама района Майсу. Майсу находится в провинции Сычуань в глухом гористом уезде Дегэ-Гардзе Тибетского автономного округа, почти в 100 километрах от уездного города. В переводе с тибетского языка Дегэ означает «место четырех качеств и десяти добродетелей». Дегэ славится не меньше, чем Лхаса в Тибете и уезд Сяхэ в провинции Ганьсу. Это один из трех крупнейших центров древней тибетской культуры, историческое место в высоких горах, обладающее глубоким культурным смыслом и наполненное мистицизмом. Название Майсу происходит от тибетского народа, называвшего бассейн реки Май-Цю. В Майсу есть монастырь Цзонгсар, история которого насчитывает уже более 1300 лет. Считается, что именно с него начался подъем пяти отраслей знаний в тибетской культуре. Пять отраслей знаний – это пять наук в Древней Индии, в число которых входили и технические знания. Под ними же понимались тибетцы бронзовое литье, лепка из глины и другие виды искусства. В Майсу глубоко ощущается религиозность культурной атмосферы, а это дает возможность преемственности и развития традиционным ремеслам. Из всех тибетских районов Майсу – единственное место, где можно познакомиться с первозданной тибетской культурой и прикладным искусством.有这种说法，它是康巴文化的核心嘛啊。之所以说它是核心，它是噶玛嘎子画派在那个地方，藏医有南派藏传医啊，就是南派藏医，它也是一个非常重要的传承地。然后就是你看，还有德格印经院，很多大学者都出在那个地方。 所以说，他的这个工巧这一块非常发达。我在考察了很多地方，我觉得泥塑啊，应当说，历史以来就是最塑像塑的最好的就在德格。 Лепка из глины у тибетцев берет свое начало из культуры буддийской религии и поэтому имеет густую религиозную окраску. В храмах тибетского буддизма изображения Будды и статуи божеств по большей части выполнены из глины. Глиняные статуи в высоту могут достигать более 20 метров. Самые маленькие же могут быть величиной всего несколько сантиметров. Выразительные скульптуры сделаны настолько тщательно, что кажутся живыми. Документальный фильм «Джалмы», получивший главный приз конкурса, преимущественно рассказывает о процессе изготовления маленьких глиняных статуэток Будды в монастыре Цзонгсар. И
Искусство лепки из глины в Китае имеет очень давнюю историю. Из глины преимущественно лепят фигурки людей и животных. Изделия могут быть как естественного цвета, так и расписные. От других видов искусства лепка из глины отличается сильнейшим эффектом визуального воздействия. Глиняные статуи создают у человека совершенно разные впечатления, если смотреть на них с разных сторон. Кроме того, скульптура тесно соприкасалась с жизнью людей. После династии Мин и Цин художественная лепка снискала благосклонность простого народа. В нем и зародились такие известные течения, как тензинская лепка Нижэньчжэнь и усийская лепка Хуэйшань-Нижэнь. Тибетская лепка из глины большей частью имеет религиозное содержание. С точки зрения приемов художественной экспрессии, она гораздо отличается от других разновидностей лепки из глины.它保持了三个东西，一个就是印度尼泊尔这个佛教文化传过来它的，它原来本来的那种一些要素，就塑像的要素，然后就是本土化的这种要素，就是藏族自己的这种要素，然后呢就是还有一个什么呢，藏族的过去自己的本教的这种一些文化的要素。 Когда-то в районе Майсу жили мастера глиняной лепки. Однако секрет ремесла они потомкам. Это искусство умерло вслед за его художниками. В конце 19 века в районе Майсу процветало браконьерство. Многие виды диких животных оказались на грани исчезновения. Последователь буддизма Джасчи Данджуб для защиты животных обратился к охотникам с предложением. Если они перестанут охотиться, он научит их мастерству бронзового литья и лепки из глины. С тех пор в Майсу стало меньше тех, кто убивал животных, и больше тех, кто учился ремеслам. Так здесь вновь продолжили ваять из глины и отливать бронзовые изделия. В 60-е годы прошлого века, в период культурной революции, многие монахи-ремесленники и опытные художники уехали из Майсу. Традиционные ремесла люди предали забвению. Даваджи Алмаз считает, что, преследуя свою выгоду, сейчас люди с большим удовольствием идут копать кордицепс китайский. Мало кто теперь хочет изучать традиционные ремесла.我为什么要拍这个片子？我当时在想，这些东西如果消失了的话，还有一个尸体可以看一下，或者是可以知道以前有一个这么个东西存在过。但是如果万一手工艺活下来了，继续生存下去了，但大家也可以做一个宣传，大家知道有这么个东西在这个山沟里头，这么遥远的地方有一群人在做这样的事情，我觉得这个很重要。 С малых лет Даваджи Алмаз живет в семье традиционных ремесленников. Ее отец – талантливый скульптор, прославившийся на весь район ДГ. Отца Даваджи Алмаз зовут Счалэй Нима. Вот уже более 30 лет он занимается литьем бронзы и лепкой из глины. Изначально Счалэй Нима учился искусству лепки из глины только для того, чтобы сделать его своим средством к существованию. Чтобы полностью освоить ремесло, ему потребовалось почти 10 лет.
И хотя учиться было трудно, одну сказанную наставником фразу он отчетливо помнит до сих пор. Репка дарует глине новую жизнь. С тех пор Счалэ Нима стал постепенно проявлять все больше интерес к лепке из глины. Он полагал, что изготовление глиняных скульптур Будды позволяет не только по-новому понять тибетский буддизм, но и приносит спокойствие его собственный внутренний мир. В процессе лепки Счалэ Нима неоднократно испытывает чувство беспокойства. Допустив небольшие ошибки в пропорциях, он начинает лепку снова, чтобы эти ошибки исправить. И так продолжается до тех пор, пока все пропорции будут ровными. Каждое изделие из глины заставляет Счалэ Нима не только изрядно попотеть, но и вложить свою душу в работу. Сын Счалэ Нима Дава Джалпа с пеленок пошел по стопам отца. Сегодня, когда ему 21 год, он может искусно выполнять изделия из глины. Это бронзовая статуя Будды Шакьямуни, работы Счалэ Нима. Благодаря тонкости мастерства, плавным линиям статуя Будды оживает. Для ее изготовления потребовалось выполнить более десятка операций. Сама лепка из глины является самым важным звеном, поскольку глиняная скульптура – это первый этап литья из бронзы. Красота и филигранность глиняной статуи определяют целостный эффект бронзовой статуи. Основа же лепки – это глина, поэтому выбирать ее нужно крайне осмотрительно. Глину, которую используют в Майсу, получают из черной земли, собранной с гор на большой высоте. Глиняные скульптуры из такой глины не трескаются, поэтому она является лучшим материалом для лепки. Счалэ Нима говорит, что раньше, чтобы найти подходящую глину, нужно было отправляться в дальний путь, ездить на лошади целый день, чтобы привезти эту глину в Майсу. Кроме того, копать черную глину – это довольно рискованное дело. Иногда нужно копать яму глубиной до 6 метров и даже больше 10 метров, чтобы получить нужное сырье. Поэтому иногда для своих статуэток Счалэ Нима использует привезенную из Чэнду белую глину. Эта глина чистая и мягкая, из нее можно изготовить весьма неплохие изделия.就是离中沙寺大概就是大半天的路，有一个地方，那个地方出黑土，又黑又亮又细腻。就是中沙寺有一个非常有名的高僧，他曾经说，就是那个地方的这个泥土啊，比金子还贵，是最好的塑像的材料。所以说当地的老百姓把这个那一块土保存得非常好。 Привезенную черную глину нужно несколько дней просушивать на ветру. После просушки глина становится похожа на угля. Это также своеобразная особенность глины Майсу. Деревянному инструменту, с помощью которого разбивают комья черной глины, уже больше сотни лет. Этот инструмент – особенность Майсу. Прежде чем посеять ее через решето, чтобы убрать грубую примесь. Чем мельче будет черная глина, тем лучше. При смешивании нужно добавить в глину определенное количество пищи и бумаги. Она служит склеивающим компонентом статуэток изнутри. Хорошо замешанную глину несколько раз отбивают. Получившийся необожженный кирпич из глины называют обработанной глиной. Обычно его заворачивают в клеенку и хранят в закрытом помещении, используя по мере надобности. Лучшие кирпичи из глины нужно хранить на протяжении долгого времени, прежде чем использовать их. Полученные из них изделия не трескаются.树的时候啊，就是他要在山上去选很好的粘性非常好的那种泥土，这种粘土选下来以后，他就是把它发透了，就要放好多天，就让它彻底的这个发透。
Для большинства глиняных скульптур используют небольшую деревянную планку в качестве опоры. Лепку статуи обычно начинают с нижней части, по форме напоминающей лотос. В соответствии с правилами изготовления статуэток в тибетском буддизме, каждое изображение Будды и божеств должно соответствовать строгим пропорциям. Их ни в коем случае нельзя самовольно менять. Со Шалай-нима для каждого изображения Будды пропорции он выучил на зубок. Шалай-нима обязательно руководствуются незыблемыми законами тибетцев для рисования лепки, каноном измерений статуи Будды. Канон измерений статуи Будды преимущественно рассказывает о базовых размерах для статуи каждого образа Будды, Бодхисаттвы и других божеств, подробно описаны пропорции для туловища и частей тела. За единицы измерения в каноне взяты знакомые в повседневной жизни вещи, и благодаря такой актуальности и легко запомнить. Для описания частей человеческого тела в книге использованы выражения, придуманные самой природой. Это особенности флоры и фауны, которые все очень отчетливо объясняют. Например, форма бровей в виде родившегося месяца, пять пальцев ноги – лепестки лотоса, спина прогнутая, как у льва и так далее. Вместе с тем, в каноне измерений статуи Будды четко говорится о дурных последствиях при нарушении пропорций. Этот канон – единственный сборник норм и мер, которыми руководствуются при лепке статуэток. При изготовлении глиняных статуй в монастыре Дзангсар мастера полагаются на свой опыт. Чтобы статуэтки передавали священный характер Будды, художники должны иметь выдающиеся навыки. Лепка глиняной статуэтки целиком зависит от техники ручного труда. А если своих пальцев недостаточно, вопрос решают с помощью инструмента, который называют дайвань. Инструмент дайвань, по-другому называют лопаточкой, это небольшая деревянная палочка. С двух концов дайвань имеет параллельные заступы, чтобы было удобнее его применять к различным частям глиняной статуэтки. Благодаря влиянию отца, Даваджи Алма с малых лет начала проявлять интерес к традиционным ремеслам. Во время учебы в другом городе, всякий раз возвращаясь домой, она тихонько наблюдала за тем, как ее отец изготавливает глиняные статуэтки.我记得他当时学的，他给我说的，当时学的时候十几岁嘛，13岁的时候，他做一个传统的那种手钱包啊，那之类的，做个将近三四个或者是戒指，做个100个，然后他就爬山到德国啊，其他地方去卖，卖完了就回来，就这样，然后就这样，然后就学的，他就花了一生的时间边学边做，手工艺没有，手工艺没有。 说你学完的时候，就不断的在进步，不断的在那个更细致化，或者是做的东西更细腻，或者更美，它一直都是超越自己。 Сначала Даваджи Алма хотела снять документальный фильм о том, как в монастыре Дзонгсар изготавливают бронзовые статуи Будды. Однако первый шаг в этом деле – лепка глиняных скульптур, поэтому первые кадры Джалмы и были посвящены ваянию из глины. Thank you.
Мастера по изготовлению глиняных статуэток зовут Даси Намгял. Он ушедший из семьи. В свое время он и дед Джалмы вместе учились лепки из глины. Благодаря своему мастерству Даси Намгял прославился в тибетском районе. Теперь он каждый год посещает различные монастыри в Сычуане и Тибете, где лепит статуи из глины. Поскольку в конечном итоге их используют для изготовления бронзовых статуй, у которых люди совершают жертвоприношения, монастыри предъявляют необычайно строгие требования к технике работы с глиной. Чтобы найти подходящий ракурс для съемки, Дава Джалма время от времени подходила к Даси Намгялу, иногда даже вставала выше него. Несмотря на извинения Джалмы, люди упрекали ее за такое поведение. Однако сам Даси Намгял не обращал на это никакого внимания, поэтому девушка могла успокоиться и сконцентрироваться на съемке. Через объектив видеокамеры она разглядела сосредоточенный взгляд мастера и его искусную технику лепки из глины. Перед лепкой статуэтки сначала нужно взять глину в щепотку и придать ей предварительную форму. Затем с помощью металлических ножей разной величины вырезают мелкие детали, внешнюю сторону полируют щепой. Орнамент на статуэтке также нужно выполнять в соответствии с требованиями. Когда отдельные заготовки статуэток готовы, их поочередно украшают. В качестве опоры для головы и рук статуэтки используют очищенную деревянную палку. Руки при том могут быть подняты, вытянуты и так далее. Для удержания формы рук используют небольшие деревянные палочки. Таким образом распределяется вес всей статуэтки. Сложнее всего у статуэтки вылепить головную часть и пальцы рук. Здесь важно не только соблюсти пропорции для головы, но и придать лицу выражение с помощью гравировки. В руках мастера кусочек глины размером с большой палец руки вмиг становится пальцами рук у статуэтки. Привычная мастеру сложная техника не может не привести людей в изумление.在他们在弄的时候，我自己在边边跟他学怎么做泥塑，我有做个手啊，这样给他学看他那个。我先是不会把那个摄像机，先是跟他看，跟他学，我也在那里跟他学怎么捏泥啊，这样东西。他就跟他沟通，然后就他就说这些都很好看，然后我可能是用那个相机去看那些东西了。 就用那个相机当时自己的眼睛去看了那些东西，然后而且我觉得，他们也给我说手工艺的那个，手工艺为什么独特之处在他那个细节部分，他比如说他手是怎么动的啊，或者是放在哪里啊那之类的东西，比如说他们做的很细致的，或者是不然的话你。 Во время съемки, которая длилась несколько дней, мастер-скульптор говорил очень мало. Своей работой он занимался безмолвно. Чтобы вылепить одну статуэтку, нужно примерно полмесяца. Но чтобы отточить свои навыки ремесленника, потребуется больше 10 лет. Да не пить, 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 да не
Джалма больше 10 дней снимала видео в монастыре Дзонгсар. В процессе съемки она поняла, что тибетская лепка из глины довольно сложная. Чтобы научиться этому ремеслу, нужно немало времени. Это полностью ручной труд, потому и нелегкий. По этой причине молодежь чаще всего не соглашается учиться ремеслу. Жизнь некоторых ремесленников безрадостная. Год за годом они лепят изделия из глины. Весь их скарб – это пара чайников для чая с маслом, несколько инструментов да старый радиоприемник. Радио на тибетском языке – единственное развлечение для ремесленников во время работы над глиняными скульптурами. Дава Джалма решила побыстрее отредактировать отснятый материал, чтобы как можно больше людей поняли те муки, которые приходится терпеть занимающимся лепкой из глины ремесленникам. Девушка, никогда не знавшая, что такое видеомонтаж, училась этому с помощью видеокурса и вместе с тем трудилась над своим материалом. После более 20 дней работы Джалма, наконец, полностью сделала свой видеоролик. Тогда же ее преподаватель университета в Цинхае рассказал ей, что в Индии проходит международный конкурс видеоработ, посвященных прикладному искусству, и убедил ее принять в нем участие. Так Джалма отправила свой короткометражный фильм в оргкомитет конкурса.国际手工艺视频摄影大赛嘛，然后我在想当时的评审员都应该是对那个手工艺比较感兴趣的，然后都可以让他们知道那个这个在一个这么个山沟里头有这么一群人做着这样的手工，然后可以想的话，可以应该可以起到一个宣传的作用。 Джалма и не надеялась, что вдруг получит электронное письмо от организаторов. В письме говорилось, что ее работа была выбрана для участия в финале. Из 40 отобранных для финального состязания видеороликов, это единственное видео, представляющее Китай. Через неделю Джалме был вручен главный приз международного конкурса видеоработ, посвященных художественным ремеслам. В тот день Джалма была настолько взволнована, что могла сомкнуть глаз всю ночь. Джалма, конечно, понимает, что ни ее видео, ни ее навыки монтажа отнюдь не достойны приза. То, что помогло ей тронуть сердца членов жюри, это старинное традиционное ремесло монастыря Дзонгсар и великолепная техника лепки из глины его мастеров-скульпторов.